Всем привет, с вами Даник, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Но не в обычный Майнкрафт, а с очень интересной сборкой. Погнали! Интересно, что тут есть? Ого! Сколько новых рецептов! Давайте просто посмотрим. Вот это да, 72 страницы! Вот это да! Здесь какие-то рыцарские Здесь даже есть костюмы самурая! Вот это да! Ну что ж, давайте начнем. Все по порядку. Так, по-моему, на... Да! У нас также здесь будут скиллы. Давайте первый скилл выберем. Здесь вот такое. Давайте выберем вот этот скилл. Плюс одно сердечко. А, у меня ноль пока что. Ну да ладно, давайте добудем первое наше дерево. О, точно! Мы теперь можем ломать только один блок. Теперь это происходит намного быстрее с помощью мода Trees Chop. Ну что ж, давайте что-то добудем. Эх, эти первые дни в Майнкрафте. Они больше всего запоминаются. Давайте добудем... три камушка. И сделаем уже каменную кирку. Давайте половину досок переделаем в палки. Отлично. И сделаем кирочку. Вот так. Обновка. Шикарно. Сейчас мы можем копать намного быстрее. И до наступления ночи нам нужно... Кстати, нужно посмотреть. Есть ли у нас очки? Нет, нету. О, здесь у нас в копании. Мы копали-копали и получаем очки опыта. Думаю, столько нам хватит. Выбираемся и делаем все нужные вещи. Вот так, вот так. Делаем топорик, чтобы быстрее добывать дерево и меч. Добываем наш верстак и... скомпонуем все наши вещи и отправимся в небольшое путешествие. Давайте посмотрим по мини-карте, что у нас рядом есть. А у нас рядом есть озеро лавы и ничего. Или погодите-ка, по-моему, в той стороне что-то интересное. Давайте туда отправимся. Сейчас будем просто искать какие-то новые данжи. Вдруг что-то найдем. Я так вижу здесь... темный лес. Здесь у нас цветущая вишня. Ладно, давайте бежать вот туда. Надеюсь, какую-то еду и пропитание мы сможем найти. Ведь, как вы можете... Друзья, я там, кажется, что-то видел. О, не зря я сюда пошел. Здесь и коровка есть. Вот так. И у нас на... Ох, да! Сейчас вы увидите, почему я так радуюсь. Посмотрите, какой крутой мод на боевые искусства. Мы можем так... Теперь у нас урон намного больше. Теперь мы обычный Стив, а теперь мы Стив-воин. Очень красивая анимация. Погнали! И тут есть разные виды оружия. То есть, вот, посмотрите, здесь у нас топор, а здесь меч. Снизу справа вы можете заметить такую небольшую иконку. И тут у нас еще есть какая-то выносливость. Ладно, давайте... посмотрим, что в этой башне. Как нормальный человек, я зайду со стены. О, тортик! Прям для меня. Спасибо. Прикольная башня. Может, я здесь и поселюсь. Ого, сколько здесь всего. Каменная кирка на эффективность. Давайте все соберем. Вот это да.
Думаю, я поселюсь в этой башне. Но вначале ее полностью нужно осмотреть. Вдруг здесь есть какая-то бабайка. Или огромный монстр. Надеюсь, тут никого такого опасного и ужасного нету. Давайте вот так вот аккуратненько спустимся. Ой, я слышу воду. Ой, у меня аж... голова закружилась. Фух. Вот это нежданчик. Я хоть куда-нибудь выйду с этой лестницы или нет? О, я куда-то, кажется, спускаюсь. Очень глубоко. Это очень длинная лестница. О, я куда-то спустился. Ого, это что за... Ай, ай, паук. Мерзкий. Типок. И у нас есть немного вещей для факелов. Давайте сломаем. А, я, кажется, знаю, что это за биом. Здесь очень ценные ресурсы. Просто посмотрите. Думаю, здесь можно поставить метку. Вот так назовем эту. Вот, друзья, посмотрите, как мы сейчас сразимся с первым нашим врагом. Вот так, вот так, вот тох! Лупится. Но мы его победили. Мы победители. По жизни. Вот так. И здесь у нас есть щит. Очень крутой щит. Мы можем укрываться вот так вот. Бежать. О, крипа. Крипа, нет, нет, защищайся. Фух. Мистер Крипер сделал большой кабам. Тынч. Я здесь плохо вижу. Так что давайте вот так. О, здесь можно, в принципе, сделать спавнер. Защищайся. Дыщ. Нет, ой-ой-ой, бежать. Бежать. О, нет, кажется, на нас напали. Бежим, друзья. Быстрее, быстрее. Убегать отсюда. Нет, сюда я вернусь только с хорошей экипировкой. А пока что... мне здесь ничего не светит. Но, в принципе, возле этой башни можно поселиться. Но, думаю, я найду лучшее место, чем здесь. Так что сильно большую базу делать я не буду. Ой, у меня аж голова закружилась. По этим винтовым лестницам пробираться. Оф! Ух, друзья, покушаем тортик. Думаю, можно забрать печку. Давайте поднимемся наверх и заберем отсюда кроватку. И в сундуке ничего полезного не было. В сундуке мы все забрали и есть какое-то еще зелье. Давайте осмотрим. Здесь осмотримся. О, нет, у меня нет оптифайна. Эх. Ну ладно. Все равно на оптифайн. Ага. Все равно на оптифайн. Мы убегаем. Но обещаем вернуться. Эх, как же неудобно без оптифайна. Так, у нас есть немного курицы. Начнем плыть. Топ 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 пара бара пам пам парам пара папа пам. Свинки, я иду к вам. Вижу потенциальную еду. Ой, посмотрите, кто там. Секунду. Посмотрите, кто там. Ого, дрыгм. Привет. Ох, какой ты бородатый, дрыгм.
Привет! Привет! Ты хороший? Может, я тебе еду могу дать? Держи. С тобой поторговаться никак нельзя. Хм, жалко. Но прикольный, дрыгом. Классный. Так, пока что я не вижу ничего интересного. Так что буду потихоньку пробираться дальше. Бульк. Вниз, бульк. Отлично. Поплыли. Вот так круто мы плывем. Если нужно, вот так вот фехтуем. Вот так вот сражаемся, круто плывем. И мы вообще крутые. И победим. И победим любого врага. Так, всплываем. Не понял. Всплываем. Ладно, давайте бежать. Давайте бежать. О, нет, кажется, сейчас начинается ночь, но мы ее можем спокойнейшим образом пройти. И первый день закончился. Круто мы начали наше выживание. И мы шли там, туда. Оттуда, туда, и получается мы здесь. О, грибочек. Грибочек. Отлично, возьму пару штучек. Возможно, потом сделаю супчик. Давайте посмотрим, вот так, нет ли там каких-то враждебных существ. Поплыли. Буду надеяться, что мы что-то сможем найти. Что-то очень крутое. Мне кажется, что кого-то или что-то вижу. Вы тоже это видите? Вот оно. Очень интересно, что там? Прикольно, это какое-то растение, может, лук? Да, это какой-то лук. Посмотрим, что это. Это... А! Ай! Больно. Это колючки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Побежали отсюда. Пока что я не вижу ни деревню. Ну, ни домика какого-то. Давайте посмотрим на мини-карте. Может, что-то открылось. Как мы можем заметить, вот здесь у нас что-то было. А это что такое? Это пещера. О, круть! Так, давайте посмотрим здесь. Давайте. Это... Интересно, что это? Оно было очень рядом, и давайте... Давайте сюда телепортируемся. И тут у нас... Странно. Какое-то дерево. Это, кажется, кладбище. Здесь у нас сундук, где есть очень классная вещь, но у меня мало хп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, зря я сюда пришел. Получай, получай, призраки. Ой-ой, кажется, у меня большие проблемы, друзья. Не с теми я связался. О, нет! Стоп. На меня напало привидение, помогите! Но уже сильнее, чем предыдущее. Так, получай. Защищайся. Вот так, вот так, вот так. Фух, еле-еле победил его. Давайте сейчас всю бронь заберем и оденем. Где ты? Ой! А нет, оно такое же. Они просто будут бесконечно спавниться. Я нашел какую-то эктоплазму еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Бьют меня какие-то ягоды. Ах! Нет. Нужно победить еще одного призрака. Ладно, давайте не будем. О, оно пробивает через щит. Вот это да, так давайте быстренько возьмем
О, нет. Мы с новыми силами. Живи, живи, Даня, живи. Ах. Так. Почему не работает это? Почему не работает клавиатура? Алло. Получай, получай. Так, ну, в принципе, у нас какие-то здесь топазмы есть. Ай-яй-яй. Не на того напал. Ой, это какой-то слишком мощный типок. А, не проходит через стены. Нет, Брейс, уйди, уйди отсюда. Уйди. 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 Фух, еле-еле его победил. Пора бежать, друзья, пора бежать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, бежать, бежать. Не за мной бегут. Вот так, вот так. Не подпущу его к себе. Вот так, вот так, вот так. Фух. Еле-еле справился с этими монстрами. Там есть... Ладно, на память возьму себе трофей небольшой. О, еще есть роза из сушителя. Она мне поможет в каких-то фермах, если они у меня будут. Давай посмотрим. Или такие еще остались? Да, вот еще есть. Ай, больно. Колется. Ладно, давайте. Уйти. Свинка. Прости, но мне... Ого. У меня есть какое-то... Точно, у меня 5 очков. Круто. Давай сейчас плюс одно сердечко. Плюс 5 скорости. Плюс 5 к прыжку. Плюс одно сердечко. Плюс скорость атаки. И плюс еще атака. И все. Ну да ладно. Сможем прям очень-очень осторожно собирать эти ягоды. Прям очень осторожно. У меня тут... А, ну, в принципе, вот. Собираю их вот так вот. Так будет безопаснее. Все, и куда же нам еще телепортироваться можно? Давайте вот сюда. Прямо вот сюда. Телепорт. Здесь. Так, давайте сейчас быстренько скушаем ягодку, чтобы восстановить здоровье. И посмотрим, что здесь. Обсидиан! Огниво! О, правда, здесь нужно намного больше обсидиана. Давайте все ненужное выбросим. Допустим, вот такие вот. Вот это выбросим. Защита от снарядов есть. Вот, вот. Прочность, прочность. Ботинки у меня есть, так что сбросим. Реактивный. Прикольно. Давайте вот это выбросим и вот это. И возьмем, ну, пожалуй, ничего. И выброшу ненужную кожу. Давайте еще посмотрим по мини-мап. Здесь еще что-то есть. Это... О! О, какое интересное дерево. Давайте сейчас лучше перекусим, чтобы... Чтобы лучше себя чувствовать. И давайте телепортируемся куда-то вот сюда. Нет. Да, телепортируемся. И посмотрим, есть ли здесь что-нибудь. Нету. Давайте теперь сюда. Будем вот так вот понемножку исследовать карту. Ой, здесь есть вот этот розовый лук. Здесь мы были, здесь тоже. Так, что же еще есть? Друзья, я, кажется, нашел дом. Просто дом, да? К сожалению, не деревня. К сожалению, не поселение. Возможно, здесь есть жители. Возможно, здесь есть жизнь. Но не в этот раз.
сказала мне игра. И я нашел какую-то еще зельку. Стейк, картошечку, арбузики, яблочки. Потом будем делать золотые. Давайте посмотрим. Эффективность 1, это какая? Эффективность 2. Ага, поменяем. Топор. Ну, топор можно новый взять. Меч. У меня нету еще нормального оружия. Давайте еще возьмем, ну, пожалуй, факела, арбуз, уголь не будем. О, лопата железная. Я их не заметил сначала. Пшеницу не будем брать. Все, у нас полный инвентарь. Буду надеяться, что я смогу. Ого. Давайте заберем эту радужную штуку. Прикольно. Давайте вот так вот. Давайте тэпнемся, ну, я не знаю, что тут есть еще интересненько. Тут неизвестно. Тут тоже, тут у нас. Угу. Давайте, что ли, спустимся вниз. Друзья, я буду искать... О, тортик. Вкусно. Я буду искать какие-то интересные биомы. Может, и найду что-то. Друзья, просто посмотрите на это. Просто посмотрите, какой огромный фиолетовый биом. И, кстати, кто не знал, мне нравится фиолетовый. Подборка фактов о Данике. Давайте сейчас с места этого выберем. Странно, почему я сразу это не выбросил? Как вы можете заметить, здесь огромный океан. Огромный... Это что у нас? Лаванда. Это куча лаванды. Вот целая куча. Давайте сейчас телепортируемся. Телепортируемся куда-нибудь. Вот сюда телепорт. Теперь посмотрим. Еще какой-то островок. The seal the deal. Завтра дальняя дорога. Друзья, вы не поверите, буквально через минуту я нашел деревню. У-ху-ху! Друзья, я реально рад. Я рад. Это очень круто. С начала игры прошло, ну, минут 20. Я уже нашел деревню. Вот это да, здесь есть... Голем, здесь есть беззаботный. Стражи. Вот можете посмотреть. Оу. Вы можете посмотреть, здесь есть стражники. Здесь есть вот лучники. Кузница. У-ху, кузница. Итак, что там? Ну, хочу алмаз. Ква-ква-ква. Давайте сейчас выбросим булыжник, забросим это сюда. Используем это и заберем булыгу. Хлеб. Яблоки. О, седло. Седло и это. Интересно, интересно. Можно использовать. Давайте сейчас быстренько перекусим стейком. Думаю, я хочу поселиться в кузнице. Сейчас я бы хотела бы сделать небольшой ремонтик. Сейчас я бы хотел бы сделать небольшой ремонт. Допустим, здесь будет временно стоять верстак. А тут у меня будет лутовая. Давайте сейчас сюда сбросим все ненужные вещи. Так, и вот. Так. Все. Давайте сбросим все лишнее здесь. И возьмем наши инструменты и будем перестраивать дом. Я покажу, что у меня получилось. Ну что же, друзья, сейчас будет небольшой шоурум по моему домику. Как вы можете заметить. Сейчас возьму все нужное для меня. Возьму
Вот так вот. И я давным-давно подумывал, чтобы сделать железный меч. Ведь у меня есть железная кирка, железная лопата, каменный топор. Но топоры я особо много не использую. И нужно что-то для самообороны. И желательно, чтобы это что-то было хорошее. Только я совсем не знаю, где у меня будут стоять печки. Ну, допустим, вот два уровня. У меня будут сундуки. Ну, правда, где-то вот тут будут сундуки. Вот тут будет еще один уровень сундуков. Вообще это окно нужно убрать. Это дерево срубить. Вместо него поставить булыжник. Также я заменил почти весь замшелый булыжник на просто булыгу. Вот так. Ох. Только остался потолок, самое не самое легкое. Итак, давайте установим печки. Вот так. И здесь тоже установим пару печечек. Сейчас я бы хотел бы сделать палки. И палки. И сделать лесенку. Лесенка у меня будет вести на второй этаж. Спросите меня, зачем? По некоторым причинам я хочу переместить свою спальню наверх. Здесь будет такой свободный вид. Давайте даже просто сделаем вот так вот. Окошко. Или нет? Или все-таки нет? Или все-таки да? Вопрос. Есть проблема. Проблему нужно решить. А решается она... халтура не. Мне такое не нравится. Думаю, как-то вот так вот будет выглядеть. Как-то вот так вот будет выглядеть верхняя комната. Вот так вот. Отлично. Здесь у меня будет такой выступ. Конечно, выглядеть это будет не ахти, но зато прикольно. Будет просто прикольно. Давайте сейчас вот так вот установим кроватку и поспим. Встаем и спускаемся. Давайте сейчас посмотрим. Давайте сейчас сделаем нам меч. Сбросим палки. И соберемся для того, чтобы... И соберемся так, без работы. Да-да-да, жители, я тебя понял. Ты безработный. Давайте сейчас пробежимся и посмотрим, что где что. О, точно, где-то здесь должна быть зельеварка. Да, вот она. Жителям она понадобится. Ладно, я не буду уже такой бякой. Просто хотела переставить. Не буду бякой и поставлю ее на другое место, но тоже в этом доме. Что же у нас здесь? О, картошка. И изумрудики. Неплохо, неплохо. Я так смотрю, что вообще нету жителя. Жителя библиотекаря. Сейчас давайте посмотрим, есть ли здесь у нас хоть какие-то работные жители. Я так вижу, что здесь одни стражники. На стражников выучились и все. А нет, вот есть кожевник и еще один кожевник. Ужасть! Одни кожевники. Котик, не бойся. Я тебя не съем. Лица. Ладно, не буду на нее смотреть голодными глазами. У меня есть хлеб. Хлеб. Всему еда. Оп. А
Отлично. Давайте сейчас быстренько-быстренько добежим вон туда. Мне просто интересно, что там есть. Мне стало немножечко лень, так что я сейчас так вот телепортируюсь. Ну, немножко стало лень. Ну. О, вот я как раз рядом. Хм, тут у нас как раз кожевники. У них тут есть ботиночки. Ну, ботиночки я им верну. Что вы тут продаете? Вы здесь ничего не продаете. Оу, друг мой дорогой. Я сейчас вот так вот вырую ходик и вот так вот красивенько устроим домик. Видите, что здесь есть? Ого, здесь кафедра. Ого, груда золота. Давайте ее добудем. Какой звук, какой звук. Какой звук, друзья? Медный самородок. Кусочки золота. Давайте соберем это все. Давайте соберем эту штуку. Думаю, она нам в будущем понадобится. Здесь у нас... О, изумруд и... манускрипт какой-то. Не надо, что это. Это что у нас такое? Оу. Давайте собежать. Нига чудовищ. Так. Угу. Я хочу чудовище увидеть. Ага, здесь есть рецепты. Угу. И, то есть, можно вот так вот делать золото. Давайте попробуем. Я! Груда золота! Груда меди! Груда серебра! Круть! Буду дома так хранить. Давайте сейчас соберем этот подиум. Подиум. И про... я точно знаю, видел то, что здесь есть. Ага, вот. Опа! Нашел. Так и знал, что здесь что-то таится. Да. Зря я. Зря пришлось в грязи копаться. А вот это уже очень интересно. Но здесь везде может быть что-то интересное, так что... Ладно. Давайте сейчас вернемся куда-нибудь. Сюдемся. Ладно, давайте домой возвращаться. Я так... Кошка. Прикольная кошка. Ай! Застрял. Еще раз застрял. Прикольно сделали то, что когда ты падаешь, ты как бы встаешь. И сейчас давайте расставим все вещи. То есть здесь у нас будет. Эти все штуки мы поставим вот здесь. Давайте здесь поставим эту. Здесь можно объединить это и это. О-о-о! Яйца. Давайте василиски. Давайте яйца огненных драконов. Пикси. Давайте пикси. Гиппогрифы. Яйца ледяных. О, это круто. У меня закончились манускрипты. Пикси. О, пикси, это такие маленькие феечки. Ага. Угу. Понятно. То есть эта банка нужна для какой-то пыльцы. Интересно, так, яйца ледяных драконов. Это да. Угу, то есть нужно содержать ледяных драконов в воде. Видений нет. Яйца огненных драконов нужно содержать, ну, естественно, в огне или в лаве. Давайте сейчас поставим вот этот монумент. Или подиум. Такой вот подиум. И поставим книжечку. Книжечку забросим вот сюда. И вот так вот он. Конечно, не ахти. Давайте его заберем. Поставим вот сюда. Думаю, здесь он будет выглядеть намного лучше. Ну, в принципе... Не, бред полный.
Так что сейчас мы идем вниз, и где-то вот здесь мы поставим. Мы поставим как раз этот подиум. И у нас же есть груды золота и груды серебра. Давайте где-то здесь поставим. С помощью вот такой вот штуки мы здесь поставим наш столик небольшой. Так, и вот так. Банку. Вот такую банку. Прикольная банка. Давайте где-то сделаем тайный проход. С помощью люка, которого у нас нет. О, нет, у нас люка нет. Ладно. Все равно давайте копаться вниз. Раз, два, три. Так, давайте вот такой вот блок. Я потом отделаю подвал под хранилище ценных вещей. Думаю, это так не сработает. Да? Ну да. Давайте просто сделаем вот так вот. Вот так вот. И здесь где-то так вот сделаем. Вырыем. Такое небольшое помещение. Сейчас я его быстренько вырую и покажу, что у меня получилось. Вот, друзья, какой у нас подвал получился. Высыпем серебро. И золото. Вот такое у меня хранилище драгоценностей. Прямо аж дух захватывает. Здесь есть дракон, друзья. Да, это очень популярный мод Ice and Fire, который добавляет драконов. Ну что ж, друзья, вот мы закончили все, что я хотел на сегодня. В принципе, можно под конец отправиться вниз, в эту пещеру. Давайте прямо сейчас и сделаем. Подземелье, бабайки, телепорт. Ух, чувствую, здесь страшно будет. О, шлем, шлем. Правда, ключушный, но ничего. Сейчас быстренько все соберем. Все ненужное будем выбрасывать. Вот, вот. Нет, эффективность 2. Хорошо. Защита от снарядов. Прикольно. Давайте возьмем этот койф. И съедим наш стейк. Давайте поставим кости. Фу, и паучьи глаза. Ужасть. Ужасть паучья. Это азалия! А это что? Не знаю даже, что это. Ладно, давайте идти просто дальше. Если я здесь никаких бабаек не встречу. Здесь у нас, ну, кирпичи нет. Вагонетки нет. Стрелы нет. Здесь я выбью какой-то хороший лук. Так. Уф. Катана! У-ху! Друзья! Это очень круто. У нас есть новое какое-то оружие. Давайте его возьмем в руку. Возможно, вам плохо будет видно, но у нас тут целая партия мобов. Давайте включим. О-хо-хо-хо-хо! Друзья, просто посмотрите, какое это мощное оружие! Это катана! Вот это да! Получай, зомби! Вот так, и скелет! Все, бойтесь меня! Так, здесь темно, осветим немножко поле боя наше. Ребят, ну, война войной, но контент, вы сами понимаете. Так что немножко. А, друзья, 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 кажется, после этого здесь можно сделать фармилку, так как я все осветил. Опа. Скилл. Еще одна катана, еще куча всего. Все здесь заберем, потому что какой-то скилл. Давайте посмотрим, что там. Блок. Давайте попробуем. О, нет! Ага, друзья, я здесь нашел что-то. Это типа скиллбук. Ну, я так понимаю, то, что это что-то, что поможет нам выучить новые какие-то
новые способности нам дает. В принципе, нет, оно дает нам какие-то интересные приемы. Как вы можете заметить, катана выглядит так очень круто, очень проработано. Ну, как вы можете заметить, у нас уже есть еще немножечко крутых модификаций. Давайте так и вот. Сопротивление. Сопротивление. Круто. А иди ко мне, скелет. Получай, 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 получай. Вот так. Я не буду прямо сейчас освещать. Так, давайте. Эй, скелетик, иди сюда. Так, так, так и так. Давайте. Щит, 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 о нет. Уйдите, скелеты. О нет, нужно выпить зелье регенерации быстрее. О нет. Ну что ж, друзья, вот такой был классный видеоролик. Как вы можете заметить, у нас с этого подземелья очень, очень много крутых вещей. Сейчас я бы хотел бы сделать лук. И если у нас есть паутина. У нас паутина есть. Сейчас поставим пару паутинок и сломаем. Здесь нам выпало 2. Нет, нам выпало только 2. Ну, сейчас, в принципе, можно... А, нет, у нас есть нити. Сейчас быстренько сделаем лук. И как вы можете заметить, у меня есть суперстрелы. Они дают усиление... Ага, то есть они дают усиление... К улучшениям лука и усиление 2. Круто. В следующей серии мы обязательно отправимся в это подземелье. И уверен, мы там найдем что-то очень-очень грандиозное и крутое. Надеюсь, там будет алмаз. Надеюсь, там будут алмазные вещи или что-то крутое. Ну что ж, друзья, с вами был Даник. Вы были на канале Даник Джуниор. Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем пока-пока!